Итак, ребята, всем привет! Мы находимся в Коктебеле, Крым, Россия, на пляж Коктебель. Сейчас я вам все покажу. Вот такая вот здесь красота у нас. Пляж, правда, с галькой, то есть с камушками. Такая вот набережная у них интересная. Пляжик с галькой. Такие небольшие камушки. Люди лежат, загорают. Думаю, интересно. Везде вон пляж какой. Смотрите. Вон. И все отдыхают. Вон. Вот такой вот пляж. Идем дальше. Смотрим. Тут какой-то закрытый. Тут, я смотрю, люди лежат с этими. Как бы с грибками, с такими желтыми. А здесь уже более открытый. Ну, береговая линия маленькая, кстати, если посмотреть. Бывают пляжки побольше. Что там с ветром, я не знаю. И вот они отдыхают. Здесь. И вон он. А вон горы вдалеке. Горы Коктебеля. Неплохо. Сейчас пойдем искупаюсь тоже с вами вместе. Вот кафешечки разные. Пицца. Люди сидят, вон кушают. На первом, на втором этаже. Сейчас здесь посмотрим. Вот он пляжик здесь. Пляжик Коктебеля. Первый раз в жизни здесь. Посмотрим, как здесь все выглядит, как здесь все устроено. Сейчас пока просто прогулка по набережной. Вниз я спускаться не буду, а можем спуститься пониже. Ну давайте сейчас вот здесь прогуляемся пока что. Сверху. А потом выберем местечко, где-нибудь приляжем, позагораем. Вот такой великолепный пляж Коктебеля. Седьмое небо, вот здесь кафе какое-то. Тоже вон грибочки, можно кататься на лодочках. Голубей вон кто-то разводит на втором этаже. Видите, целая голубятня там. Кепочки продают, экскурсии разные. Вот спуститься можно на пляж. Давайте сейчас здесь прогульнемся. Посмотрим все, что здесь есть. А потом сейчас спустимся к морю. Сувенирчики разные. Так. Сувениры. Какую цену? По 100 рублей вот такие вот штучками. По 100 рублей. Должно быть длинное. Имена можно выбирать разные. Ладно, пойдемте дальше прогуляемся. Хотел им выбрать, но ладно, не стал. 100 рублей такие. Сейчас мы дойдем до набережной, лучше прогуляться немножко. Магнитики. А вот море, еще раз, давай. Вот пляж, береговая линия. Люблю, конечно, больше пляж. Вот вид, вот можно кататься на ракете. Чем быстрее подойдете, быстрее будет. Тут, на лодочке. Конечно, лучше набрать полностью 12 мест. Группу набирает, кататься, наверное, на банане. Ну, пройдем по дальше. Красота. День солнечный, настоящий Коктебель. Идем гуляем, смотрим на красоту, фотографируют. Аккуратненько. И вот здесь пляжик. Давайте глянем, что у нас здесь. А там уже видно платный пляж. Здесь еще обычный.
чуть дальше, он уже вам платит. Ну, давайте, порыли, Идем дальше, давайте погуляем, посмотрим, что же здесь есть. Так, тоже всякие магазинчики. Что-то еще. Идем, идем гуляем, смотрим, как он выглядит, даже интересно. Так, длинный тоже, продолговатый. Сейчас дойдем туда подальше, посмотрим, закончится он или нет. Так, фигурки разные. Пальм здесь нету в Коктебеле. Но сегодня жара бешеная. Вот памятник какой-то. Скульптура, сейчас посмотрим. Везде морские экскурсии написаны. А вот еще получается пляж. Можно еще здесь прогуляться. Может, мы сейчас здесь где-нибудь отдохнем. Вот свободное место много. Можно и здесь, кстати. А, здесь лежаки. Можно дальше прогуляться. Памятник. Кому здесь памятник у нас? Максимович Максимилиан Волошин. И вот здесь давайте посмотрим, что здесь есть. Ну, это такой шезлонгами пляжик небольшой. Можно пройти дальше. Пирсы есть, лодочки. Сейчас еще немножко пройдемся вот здесь, я посмотрю, чтобы весь пляж Коктебель нам пройти и изучить. И там где-нибудь остановимся, там поснимаем это. Не, уже снимать не будем, уже, наверное, позагораем. Вот картины, тарелочки разные. Вот, наверное, еще пляж. Сейчас я загляну здесь. А, катамараны вот здесь. Прокат катамаранов. Так, ступеньки. Ну, а вот еще пляж какой-то. Наверное, тоже закрытый. И платный, не знаю. А, это, наверное, хотя не знаю. Давайте посмотрим. Ну нет, это просто вот здесь есть лежаки, а можно вот, пожалуйста, лежать. А? Да и все. Вот здесь я, наверное, остановлюсь, ребят. Отличное местечко. В общем, я на море, на пляж Коктебеле. Всем удачи, пока, до новых встреч. И поехали.